Так, ввели наш снарядный ящик в сцену, сделали симметрию. Тут у нас получились просветы, но это и хорошо. Почему? Потому что эта штука должна вращаться вверх-вниз. Посему мы сейчас, ничтоже сумнящись, забросим сюда цилиндр. Так, развернем его. Сделаем длину побольше и опустим прямо сюда. Вот так. Посмотрим, чтобы стояло более-менее правильно. Посередине где-то. Ну-ка. Проверим. Но это не середина явно. Вот так. Хотя это и не принципиально. Сделать меньше, ниже, и вот так здесь поместить все. Теперь у нас эти вещи будут поворачиваться вверх-вниз. Отлично. Так, чтобы не было скучно и сзади, мы с вами сделаем следующее. Так, выделим, где у нас тут. О, нет, симметрию нам не надо. Где наш куб? Вот он, куб выделим. Тоже экструд сделаем. Давим сначала по-хорошему. Так, еще раз экструд. И теперь чуть выдавим. Вот так. Больше нам ничего не нужно. Здесь сделаем такие штуцеры, куда будем вводить трубы. Ну, уже довольно-таки угрожающе получается. Роботизация такая. Классно. Ну, давайте сверху тогда еще что-то сделаем. И бевел. Ну хорошо. Теперь желательно эти вещи раздвинуть. По вертикали. Вот так. Где-то что-то не зацепил. Еще раз.
Какая-то одна вредная попалась точка, которая... Да нет, вроде все нормально. Вот. Так, и тут надо поставить три штуцера. Может быть, два, не знаю. Давайте возьмем, допустим, вот туб. Тюба, тюба, туба. Вверх ее. Так, вот такое вот. Ну и, конечно, положить-то ее надо, как полагается, вот так на 9. Отлично. Так, вот мне интересно, у этой заразы есть что-то филетское? Нет, только слайс. Высота сегментов. А зачем она? Не нужна. А, есть все-таки филетная вещь. Есть, есть, есть. Мы ей воспользуемся. Вот так. Угу. 8 это перебор, конечно. Достаточно двух. Вот. И сейчас мы их разбросим на три штуки, я думал. Наш магров. Клонер. Линейные три штуки. Как всегда. 50 сделаем здесь пока 0. Вот так. Наверх вы, товарищ, все по местам. Последний парад наступает. Поднять. Да что ж такое-то? Не могу их на место поставить. Вот так. Иногда бывает сложно. Смотрим. Клонер
немножко растянем. Так, и подвинем сюда. Отличненько. Так, желательно еще в эту трубу еще вот так. Мы сделаем следующее. Трубу мы сейчас увеличим. Диаметр сделаем меньше, высоту больше. И опустим вниз. Так, посмотрим здесь поближе и увидим, что можно вот так делать правильно. Здесь побольше дырочку. Ну-ка. Да, хорошие вводы для труб. Замечательно. Так, теперь мы это дело прозеркалим. Назад. Я забыл, что у нас они сложены из двух. Вот это и это. Мы сейчас их сгруппируем. А вот уже группировочный объект сделаем, да? Посмотрим. Да, все нормально. Ну, дальше посмотрим, что еще сделать.